Привет, с вами интернет-магазин Керамис. В этом обзоре мы расскажем вам о фасадной клинкерной плитке. Это популярный отделочный материал, который широко применяется для облицовки фасадов жилых и общественных зданий. Данный материал хорошо известен в Европе еще со средних веков, когда голландские мастера создали прекрасный прочный клинкерный кирпич для отделки стен и мощения дорожек. С тех пор принцип изготовления клинкера не изменился. Тугоплавкие глины практически без посторонних примесей в формации обжигаются при температуре около 1300-1500 градусов. Современные технологии позволили автоматизировать и усовершенствовать процесс производства, что в свою очередь сделало этот материал более доступным. Теперь купить клинкерную плитку могут практически все, кто решил отделать свой дом. Клинкерная плитка обладает рядом преимуществ – низкий уровень влагопоглощения, хорошая морозостойкость, устойчивость к солнечному свету, привлекательный внешний вид, а также устойчивость к агрессивным веществам – соли, кислоты, абразивы, экологическая безопасность. Все эти качества делают клинкерную плитку идеальным отделочным материалом, причем как для наружных, так и для внутренних работ. Фасадный клинкер широко востребован в строительстве. Его уникальные свойства позволяют выдерживать любые погодные условия и механические нагрузки. При этом клинкер и спустя несколько лет будет выглядеть так, как будто его совсем недавно уложили. Важно отметить, что фасадная клинкерная плитка внешне очень похожа на клинкерный облицовочный кирпич. Однако она не утяжелит конструкцию и не создаст дополнительную нагрузку на фундамент. Это особенно важно, если вы решили облицевать фасад деревянного или панельного дома. Для наружной отделки клинкер также применяется в облицовке цоколя, крылец, ступенек, веранд, террас, оконных отливов и откосов. Клинкерная плитка часто применяется и для внутренней отделки. Она прекрасно подходит для облицовки полов кухни или прихожей. Ступеньки между этажами также уместно отделать клинкером, а для кухонного фартука или столешницы трудно придумать более удобное и прочное покрытие. Используется клинкер и в отделке бань, саун и бассейнов. Незаменимым становится этот материал, если нужно выложить камин или печку. Огнеупорные свойства клинкера идеально подходят для этих целей. Впрочем, облицовочный клинкер не только функционален, но и очень красив. Иногда его используют для оформления дверных и оконных проемов, арок. Данный материал изготавливается в различных цветовых и фактурных решениях. Клинкерная плитка может быть просто гладкой, а может имитировать различные породы камня. Этим успешно пользуются декораторы и оформители для создания стильного и самобытного интерьера. Заходите на наш сайт и покупайте только качественную клинкерную плитку от проверенных мировых брендов. С вами был интернет-магазин Керамис. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх, делитесь видео с друзьями.